Всем привет! Это продолжение летсплея по игре Oblivion. И мы находимся в имперском городе. Архимаг почему-то отказывается давать мне задания. И я решил заняться снова побочным квестом, связанным с одной из статуй. В качестве подношения нам понадобится какой-нибудь ингредиент, полученный с нежити. Поскольку все я выложил, все ингредиенты только что, поэтому я снова наведусь в свой замок и возьму какой-нибудь ингредиент. Как дела? Может подойти мертвая плоть, костяная мука, эктоплазма может подойти. То есть любой ингредиент с любого вида нежити. Я, пожалуй, возьму костяную муку, наиболее часто встречающуюся. Статуя сама расположена к западу от Скинграда. Мы там еще не были. Я просто заранее знаю, что там эта статуя стоит. Довольно интересный квест, неплохая награда. Для разнообразия вполне нам подойдет. Отправляемся на запад. Сохранимся. Там вдалеке виднеется вроде бы квач. Но сам квач нам не нужен. Мы до него не дойдем. По курсу у нас какая-то шахта. И бандит. Битва была недолгой. Награда небольшой. Сохранимся. В саму пещеру я не полезу. Нечего делать. А вот цветочки можно собрать. Тут появился значок святилища. Давайте попробуем поговорить, предложить костяную муку и поговорить с Меридией. Нечестивые останки привлекли мое внимание. Твое подношение, смертный, делает нечисть предметом твоей охоты. Нежить — это мерзко и неестественно. Кое-кто из моих соперников находит эту гадость забавной. Не Меридия. Я хочу, чтобы эти создания были уничтожены. За тайной дверью, в глубинах воющей пещеры, обитают некроманты. Они разрывают могилы, чтобы найти материал для создания своих армий нежити. Найди этих некромантов, уничтожь их и то, что они породили. Сделаешь это,
и заслужишь благодарность Меридии. Меридия явилась на зов, рассказала о культе некромантов, ну и нам надо их уничтожить. Нам дали квестовый маркер новый, направляют нас в какую-то пещеру. Где она находится, только вот непонятно. Вот, в общем, недалеко, что-то я тупанул. В пещере нам предстоит вынести некоторое количество, собственно, нежити, ну и некромантов. Довольно сильных, надо сказать. Ну, по крайней мере, во время моего прохождения предыдущего они были сильными. Сейчас даже не знаю. Там также сложность в том, что они, как и любые некроманты, имеют свойство призывать себе на помощь нежить и бегать по пещере, созывая своих, как бы, друзей. Так, тролль. Сейчас начнет пинаться. Забавно пинает он ногами, когда атакует. Но ему это не поможет. Сохранимся. Сейчас, возможно, будет стычка с бандитами. Да, вон какие-то шарятся. Давайте с ними расправимся. Ради прикола. Лагерь Гробака. Сейчас ты упадешь и истечешь кровью. Чё это? Ну давай. Я тебя не боюсь. Я. Так, две мерзкую голову заберу на продажу. Отмычки, кстати. Крысятина. И все, сохранимся. Вот на карте уже показалась пещера, которая нам нужна. Охраны я никакой не вижу. Ну и здесь такое небольшое кладбище. Некромантам, видимо, очень удобно раскапывать здесь могилы и добывать тела для своих опытов. Сохранимся. Еще крыса. Еще крыса. Thank you.
разветвляется проход. Придется обшарить все закоулки. Завал какой-то. Пока ничего ценного мы не нашли, кроме крысятины. Тупик. Тоже тупик, судя по всему. Привидение и зомбак. Спалил. Полностью. Усиленный призрак, по-моему. Сохранимся. Так, и вот у нас секретный проход. Открылся почему-то сам. Нижние туннели. Так, здесь у нас. Как дела? Как ты сегодня? Отлично, спасибо. Довольно сложная ситуация. Много некромантов мы видим, они помечены зеленым. И плюс дополнительно призраки. Призрак один, по крайней мере. Сохранимся. Возможно, получится завалить их с одного удара. Там зомбак еще гуляет. Подождем, пока не разойдутся в стороны. Хотят расходиться.
Стоит начать с дальних комнат. Здесь вот освещенное место явно. Здесь спалят. У нас есть заклинание невидимости. Думаю, стоит его применить. Скелет. Да. Сейчас я сдохну, чувствую. Да. Так нельзя делать. Некроманты действительно довольно сильные. Как я и говорил. С одного удара не валятся. Еще и стоят в толпе. Так. Возможно, здесь будет попроще. Попробую применить заклинание безмолвия. Освещение меня смущает. Очень смущает. Сохранимся. Зомби сразу палит. Собака. Сразу прибегают на помощь. Это очень-очень плохо. Скелет уже некроманский. Бить его особого смысла нет. Проще прорваться к самому некроманту. Что такое будешь ты делать, а? Да, зелье, конечно, уходит быстро. Есть один. Сохранимся. Неаккуратно получилось у меня. Вот посох неплохой. Неаккуратно получилось с некромантами. Перегруз сейчас будет, скорее всего.
Надо что-то выложить. Выложу эльфийскую булаву. Как более дешевую. Тут у нас палит. Угомонились вроде. Призрак пришел. Давайте встретим его, как подобает. Сохранимся. Надо починиться. Не запасся молоточками. К сожалению. И последний закончился. От книжки. Нам они не нужны. Больше ничего ценного нет. Идем валить остальных некромантов. Осталось двое. Зомбак — это плохо. Зомбак — это палево. Но некроманты в разных углах. Это уже хорошо. Тоже зомбак. Это очень-очень плохо. Хотя сделаю я, пожалуй, вот так вот.
Блин, не успел. Не успел. Два зомби. Надо мне тоже призвать кого-нибудь на помощь. То я все считаю один да один. Горящее тело какое-то висит. Безголовые зомби посильнее обычного. Хотя не намного. Да, замкнутые пространства довольно тесные. Много нежити, помимо самих некромантов. И даже если мы используем безмолвие, нежить все равно нас сразу же палит. И второй удар из скрытности нанести уже не получается. И намигают толпой. И это очень неприятно. Сохранимся. Снова эльфийская булава, но мы ее не сможем поднять. Место в инвентаре заканчивается катастрофически. Скелет. Сохранимся. Остался последний некромант. Надо подлечиться. Сразу же спалил. Очередное повышение уровня у нас. Что-то уменьшили. Силы уменьшили. Это плохо. Уменьшение силы — это очень-очень плохо. Так. Восстановление силы. Восстановления силы у меня нет. А нет, есть. Но все равно перегружен. Что оно не сработало, по-моему. Придется выкидывать барахло. Посох. Вот что она на меня наложила. Обузу.
это тоже очень плохо, потому что бросать доспехи нельзя в любом случае. Можно подождать, попробовать, но сила не восстановилась. Да, и топор неплохой здесь. Даже не знаю, как быть. Даже не знаю, как быть. Запастись заклинанием восстановления силы. Потому что иначе очень много придется бросать. Придется вот в этот скелет перекладывать свое барахло. Сапоги были. Сапоги я, по-моему, тоже выбросил. Где они? Где мои сапоги? А, вот они. Так. Булава. Две мерзкая булава. Зачем она мне нужна? Весит 24. Поднять я его сейчас не смогу. Вот интересно, да? То есть взять с собой в инвентарь мы не можем, потому что перегруз. А тащить в руках можем. Никакого перегруза нет. И сразу перегруз. Ну да и ладно. Сохранимся. И уже известным способом идем к выходу. Блин, не то. Не ту кнопку нажал. Идем к выходу. Тащить таким образом гораздо легче, чем складывать вещи в цельный труп. Потому что труп целиком в воздух мы поднять не можем. Скелетика, и кстати у нас все равно придется часть вещей бросать, потому что потому можно попробовать в крысу положить. Должны быть трупы крыс, которых мы валили. Или вот это вот призрак. Призрака я поднять не могу. Труп крысы тоже не особо подвижен. Блин. Вот же блин.
что-то придется бросить. Опа, забыл про ловушку. Что-то придет. Кстати, здесь не смотрел сундуки. Яд глупости. Кинжал тоже не надо. Блин. Но я так думаю, что возьмет, нужно взять самое ценное. Это прежде всего наш щит и самый дорогой посох. Остальное придется оставить. Все, валим к выходу. Кусок пещеры там остался неосмотренным, но смысла в этом нет, потому что места в инвентаре все равно нет. Сохранимся. Наступила ночь, и мы телепортируемся обратно к святилищу. Сисястая такая тетка. Отлично. Эти твари были вызовом всему живому. Некроманты заплатили за свои деяния. Возьми это кольцо и ступай с моим благословением. Кольцо Хаджита. Давайте посмотрим. Хамелеон 35% повышения скорости 10 единиц. Очень полезное кольцо, надо сказать. Очень-очень полезное. Ну и моделька тоже довольно оригинальная у этого кольца. Но 35% хамелеона, конечно, на дороге не валяются. Ну и сейчас надо наведаться прежде всего в храм. Восстановить свои характеристики. Потом можно снова наведаться в пещеру. Забрать барахло. Блин, высоко. Где у нас храм? Что-то я его не вижу. Ты, похоже, проныра. Ага. Вот храм. Да. Привет. Приветствую. Однако сила не увеличилась. Почему? Я так подозреваю, что нужно снять все предметы, которые влияют на силу. Вы уже получали, да японский бог. Что-то я ничего не пойму.
понижение силы болезни. Мы же вылечили вроде болезнь. Кучу болезней на меня наложили, блин. Зелье. Надо наведаться, я так понимаю, в магазин за зельем. Или свитки. Свитка у меня тоже нет. Придется ждать утра. Ташка прочирикала мне, что ты ходишь по городу и расспрашиваешь о Глартире, нашем местном чудаке. Мне хотелось бы знать, почему. Потому что он задолбал меня. Это меня касается. Позволь мне представиться. Капитан Дион из стражи графа к твоим услугам. Да мне пофиг. А теперь ты расскажешь... Отлично. Можешь и дальше играть в эти игры. Если он попросит тебя... Понятно. Если он попросит тебя, ты доложишь мне. Обычное стукачество. Но мы не отдохнули, однако. Не подождали, вернее. Так, я так понимаю, что за зельем нужно... или в гильдию магов, или к местному алхимику. Что? Привет, Нордам. Мои дети это голодают. Это у нас гильдия бойцов. Таверна. И гильдия магов. Здесь у нас должна быть неплохая скидка. Приветствую. Надеюсь. Ты не алхимик, хотя вот... Чем я могу заинтересовать тебя? По заклинании. Нету такого. До свидания. Восстановление силы нужно будет поискать. Где алхимик местный? Что-то все расслабились. Как дрыхнули. Отлично. Спасибо. Похоже, у квартиры опять приступ дурного настроения. Как тебе? Я слушаю. Нет, хотя... Стоп. Я слушаю. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Вызов, разрушение, нам это не надо пока что. Удачного тебе дня. Добрый день. Ты нам тоже не нужен. Пока. Привет. Надо подождать, видимо. Еще часик. Где? Где доблестные алхимики? Приветств. Тоже заклинание. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные. Тоже разрушение. Еще увидимся. Короче. Пойдем в магазин. С нами здесь торговать не хотят. Торговцы. Давайте посмотрим, что за торговцы. Что я могу? Давай займемся делом. Нету нифига. Пока. Где-то здесь был алхимик. Насколько я помню. Вот. Что ты хочешь? Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Вот зелье лечения болезней. Одна штука. Еще один. Сохранимся. Удачного тебе дня.
Болезнь прогрессирует, что ли, блин? О, наконец-то. Вылечил я болезнь. Это отлично. И теперь надо... Надо наведаться в замок. Поспать, повысить уровень, скинуть барахлишко лишнее. Больше нет. Я все забрал. Очень плохо. Для меня рад. Я могу починить почти все. Уровня сила, конечно же, сила воли, конечно же, ну и выносливость, пожалуй. 11 уровень у нас. Скину посох. Ставлю. Очень полезное. Щит. Защита 10. Этот 9. Но здесь неплохое разочарование. Поэтому один щит я тоже оставлю. Что у нас еще есть лишнего? Вроде все. А, шкуры. Вот, кстати, можно заказать сейчас чучело. Из одной из шкур. Делаются они не сразу, надо будет ждать какое-то время.
сэр. Что я могу сделать? Чучело пумы. Ах, великолепно. Я возьму. Навести завтра. Эту шкуру я выкину здесь. Понял. Да и хрен с ней. В общем-то, на этом снова я завершу очередной эпизод. Такой получился не очень богатый на события. Но, тем не менее, спасибо всем за внимание. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Мне действительно важно мнение каждого из зрителей, даже отрицательное. Всем пока!